Едешь и рисуешь. Едешь и смотришь еще красивый вид. Слишком много людей в кадр зашло мне. Кстати, подставки, которые я брала, только прозрачные. Мне нравится эта кухня вообще, просто серая вот эта. Наверное, в такой цвет я буду кисы красить. Костя, это самый популярный этот серый цвет. Вот мы покупали когда-то 2,99. Вот эти вот закрывашки на выдвижные ящики. Они работают. Вот это как раз мне на угол. Оно выезжает. Это, наверное, вся установка как-то. Оп, и все, и закрыл. Это угловой ящик получается. Это супер. Супер просто. Двухэтажная вот такая вот установочка. Это классно, конечно. Это супер. Все, тебе выехало. Не надо туда заезжать, а то я вся залажу в этот шкаф, когда... Brown Black. Нет, это не то. Интересно, сколько это у них этот механизм стоит. Наверное, окраска Honor Base 56. 125 градусов температуры. Капи! Не-не, зубы не надо чистить, дети, нет. Сколько людей заказывает кухни?
вообще лампа лепестки. Вообще классный офис спейс, мне так нравится. Вот для маленького офиса. У нас получается раз, два. Два работника и один директор. И вот это сразу здесь для заседаний, для митингов столик. Тут сразу у них кичен. Классная организация. Когда у меня будет свой офис, такого плана я себе его сделаю. Залазь, доча, не надо залазить, не надо. Пошли, рисовать нельзя, пошли. Бэйби. Ой, какой маленький глазик, скажи, да? Ой. Ой, скажи. Что это? А это кто, скажи? Какие-то звери. Это же все по макетам деток, игрушки сделаны. Конкурс у них был. Это по эскизам детей. Да, по рисункам деток. И маленькие, и большие. Пошли. Ой, хрю-хрю, поросенок какой красивый, хрюшки-хрюшки, $7.99. А это кто такие? Зайка. Зайчик тоже $7.99. Ой, падает, падает. А это большие тут собаки есть. Большая собака. Большая такая. Вот такая большая собака. За $16, за 17. Вот такая большая. Есть маленькие собачки за 10. А, это как папет-шоу такое делать, на руку одевать. Вот такая собачка хорошая. Вот такая собачка. Вот такая собака хорошая. Да! Рататуй какой-то, да, скажи, сидит здесь. Кухонка $120 это. Детская. Это раковина, Габи, не надо разбирать. Надо туда включаем водичку, готовим кушать. В глазик попала, собачку сильно засунула.
останется, да? Да. Хорошо. Баба Валя купит ножницы. Фигурные и прямые. Ну, хорошо. Ты рад? Gracias.